22 апреля 2020 года в 7 часов утра в пожарно-спасательную службу Дубенского района поступило сообщение о пожаре по адресу. Село Николаевка, улица Большая, дом номер 13. В хозяйстве мужчины 1956 года рождения и дом номер 15. В хозяйстве женщины 1933 года рождения. Пожар обнаружил сосед. Выйдя рано утром на улицу, мужчина заметил что-то красное в окнах дома номер 15. Присмотревшись, понял, что это языки пламени. Он незамедлительно вызвал пожарно-спасательную службу и побежал к дому номер 15, чтобы помочь жильцам. Мужчина открыл входную дверь, оттуда повалил густой дым. Войти вовнутрь он не смог. Дом загорелся открытым пламенем. Буквально через несколько минут огонь перекинулся на дом номер 13, так как они находились на близком расстоянии. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений открытым пламенем горело два жилых дома надворной постройки. Кровля обрушена. Наблюдалось сильное задымление. В ходе тушения пожара сотрудникам МЧС было найдено тело мужчины 1963 года рождения, сына хозяйки дома номер 15. Причина пожара устанавливается. Общая площадь составила 408 квадратных метров. Евгений Качалов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Большеберезняковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов.